Интуиция или профессионализм сказать сложно, но сотрудники ГИБДД буквально чувствуют нарушителей в общем потоке машин. Вчера вечером на улице Советской Армии их внимание привлек автомобиль ВАЗ-2112. Однако на просьбу остановиться водитель отреагировал неадекватно. Сотрудники полиции неоднократно повторяли требования остановиться, но водитель двигался далее, создавая опасные ситуации на проезжей части. Двигался на красный сигнал светофора, выезжал на полосу встречного движения. Через некоторое время на улице Горького экипажу дорожно-патрульной службы удалось задержать правонарушителя. Подобное поведение можно объяснить только пьянством, поэтому сотрудники ГАИ доставили мужчину на стационарный пост ДПС. Алкотестер показал 0,888 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при норме 0,16. Полицейские установили, что это уже не первый случай, когда данный водитель садится за руль в нетрезвом состоянии. Ранее он был лишен права управления транспортным средством, а в прошедшем году был привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас ему грозит 2 года лишения свободы и запрет управлять автомобилем в течение 3 лет. Однако не всех водителей пугают подобные меры. Начиная с 2014 года на территории области были задержаны почти 1000 человек, которые повторно нарушают правила дорожного движения. С начала текущего года эта цифра уже приближается к 80 и продолжает расти. В связи с этим сотрудники ГАИ напоминают, что любое нарушение правил – это в первую очередь угроза жизни людей и отпечаток, который может перечеркнуть вашу карьеру.